хорошие, привет. Я тут на работе вся в поте, в пене, но ничего. Слушайте, что я вам хотела рассказать, сейчас придут. Представляете, люди, с которыми я познакомилась на Ютубе, с одной девочкой, она мне писала, и они приехали в Панаму. И сейчас они придут в ресторан. Ну, вернее, уже не первый раз. Я когда они первый раз пришли, вообще обалдела, я так не ожидала. Вот, представляете, так что Ютуб наш знакомит, сводит с людьми. Вот такая сила социальных сетей. Итак, вот между прочим, для тех, кто не верит, что Ютуб нас сводит и знакомит, и вообще все-все-все, вот смотрите, пожалуйста, Ксюшечка и Олег. Приветик. Представляете, Ксения мне написала когда-то под моим каким-то одним из видео, что они там собираются приехать и остановятся прямо в нашем поселке, в нашем городке. И вот это чудо случилось. И когда они приехали, они сразу пришли познакомиться. Представляете, как приятно. Здорово. Вот так. Мы тоже очень рады. Спасибо вам. Да, у вас очень вкусно. Безумно. Спасибо, спасибо, ребята. Они вообще как лягушки-путешественники. Они из Бали. Из Бали вы приехали сюда, да? Да, да, да. Представляете, а Ксюшенька вот уже на снастях. Да. Так что будет рожать здесь у нас в Панаме. Вот. Кстати, очень много девушек, ну, пар молодых приезжают рожать именно к нам, потому что здесь медицина, в принципе, на хорошем уровне. Поэтому и цены тоже, наверное, ну, я уж не знаю, как там по Москве или по другим городам. Мне кажется, так же, как в Москве. Цена может быть так же, но, по крайней мере, технологии здесь более продвинутые, да. И поэтому очень-очень многие молодые пары приезжают к нам. Ладно, приятного аппетита, кушайте, а то у вас все остынет. Съесть вы успеете, если не успеете съесть... Нет, в морозилку же можно положить, и все. Заморозите и отвезете в Панама-Сити, где вы же там будете, где-то в квартире или где вы там будете же. Так, это мы тут про хлеб разговариваем, что делать с хлебом. Так, ну все, ребятушки, спасибо большое. Все, пока-пока. Пока. Чао, Ксюшенька, пока. Пока.